Президент подписал целый ряд указов. Все документы опубликованы на сайте Кремля. Ранее они были приняты Госдумой и одобрены в Совете Федерации. Один из документов продлевает работу фонда ЖКХ с 2016 по 2018 год. В частности, увеличиваются сроки исполнения обязательств по переселению граждан из аварийного жилья до 1 сентября 2017 года. В числе утвержденных также закон по борьбе с проведением договорных матчей. За подкуп на соревнованиях вводится уголовная ответственность до 7 лет тюрьмы или штраф до 1 000 000 рублей. Следующий закон обменяет нулевое промилле для автомобилистов. С 1 сентября водитель будет считаться пьяным, если прибор покажет 16 сотых и более миллиграммов спирта. Также в России вводится бальная система за нарушение правил дорожного движения. Еще один закон, подписанный президентом, направлен на борьбу с СМС-мошенничеством. Он также запрещает продажу сим-карт без предъявления паспорта. За нарушение вводится штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 200 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 мая 2014 года.